шоу, которое должен увидеть каждый. Завораживающее волшебное 10 июня на манеже Владивостокского цирка продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Ирадзе и компания «Росгосцирк» представят новое грандиозное шоу «Бурлеск». Настоящая жемчужина российской государственной цирковой компании. Программа собрана из номеров, покоривших княжеский дом Монако и ставших обладателями золотого клоуна на фестивале в Монте-Карло. Новый проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и овации. Теперь шоу «Бурлеск» и во Владивостоке. И сейчас мы привезли самый молодой, самый элитарный такой проект, самый гламурный проект под названием «Бурлеск», который в себе собрал все звезд разных фестивалей. И эти постановки, они роскошные, они красивые, они эпатажные, и они несут в себе и некую историческую ценность и достояние. Это театрализованное представление, это цирк-мюзикл. Жемчужина проекта – великолепный номер под названием «Групповая трансформация Фаберже». Подобных в мире больше не существует. В основе легендарная коллекция ювелирных украшений – яйца Карла Фаберже. Эмблема богатства и символ роскоши императорского дома. Это тот случай, когда каждую деталь хочется рассматривать и сказать «Остановись мгновение». Номер уже покорил судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей Владивостокского цирка. Мы сотрудничали с музеем Фаберже, мы все это изучали. Все принты на платьях были отпечатаны в точной копии в соответствии с рисунками Карла Фаберже в оригинале. И также яйца были воспроизведены, вот насколько это можно, в идеальной копии. И когда мы приехали на фестиваль, мы понимали, что за нами целая страна стоит. Это как Олимпиада у спортсмена. То есть вот выше дальше не бывает, если мы берем мировое сообщество. Мы очень волновались. И когда завершился номер, и когда весь зал встал, и принцесса встала, и все жюри встало, это было вот просто непередаваемое ощущение. Новое шоу Гии Радзе «Бурлеск», как и все постановки легендарного королевского цирка, масштабное, яркое, грандиозное. Современные спецэффекты, декорации, свет, авторская музыка и эксклюзивные костюмы. Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная русская кадриль, страстная танго турнистов и бесстрашные акробаты на встречных качелях, фантастически ловкие жонглеры на стрелах. В финале шоу из-под купола цирка льет настоящий дождь. В струях воды воздушные гимнасты исполнят опасные трюки – без страховки. И, конечно, как и все проекты Гии Радзе, это шоу не обойдется без участия животных. Лошади, ламы, лемуры, дикобразы, гиббоны, зебры, медведи и другие представители животного мира удивят публику своими талантами. Уже 10 июня премьера нового шоу Гии Радзе и компании «Росгосцирк Бурлеск» во Владивостокском цирке. Гастроли продлятся все лето. Этот спектакль должен увидеть каждый. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.